листопад номером 33. Каждый из команд по одной замене. Итак, сборная Финляндии. Первая дорожка синий нашлемник Матс Яф. И третья дорожка красный нашлемник Тоби Тани. Пара гонщиков Германии. Вторая дорожка белый нашлемник Гюнтер Бауэр. И четвертая дорожка желтый нашлемник Стефан Плечахер. Четверка спортсменов готова к старту. Лента идет в мир. И чуть больше старта у гонщиков Германии. Но Матс Яф уже по внутренней уловке опережает гонщиков из Германии. Матс Яф лидирует. Ожидаемо. Да. Яф первый. Второй Бауэр. Далее следует Плечахер. На последней позиции, но я более чем уверен, что он постарается улучшить свою позицию. Постарается. Однако и Стефан Плечахер ни в коем случае не собирается сдаваться. Половина дистанции пройдена. Матс Яф по-прежнему первый. Растягиваются спортсмены, особенно верхней части вот этого заезда. Яф первый, второй Бауэр. Плечахер держится третьим. Вроде бы Дания недалеко отстал, но тем не менее Плечахер уверенно и этот поворот подвигается. Все, заключительная четверть дистанции. И интрига только в том, кто будет третьим. Плечахер или Дания. Круг до финиша. Заключительный поворот. Томми Тони готовит решающую атаку. Но нет, Плечахер все-таки остается третьим. Ну что, ваши аплодисменты. Матс Яф, Финляндия. Победная тройка в копилку сборной Суоми. Итак, Финляндия 3 очка, Германия также 3. Ничейный результат. Матс Яф 3 очка. Томми Тани 0 результат. Для сборной Германии Гюнтер Бауэр привозит 2 балла. Стефан Плечахер 1.